Здравствуйте, меня зовут Ирина, я мама Андрюши, у него аутичный спектр, ему 3 года 3 месяца. Мы начали занятия с Давидом, на сегодняшний день их было 5. После первого занятия ребенок стал кушать сам. У нас он ходит в детский садик, там он где-то не ел дня 3-4 сам, со вчерашнего дня, с пятницы, он уже кушает сам и в саду. Это очень большой плюс, я от счастья плакала 3 дня. Я заметила, что в ребенке как будто что-то щелкнуло, и у него стало больше внимания, память улучшилась. Он стал играть со мной в мяч, он приносит мяч, он бросает. Мы стали играть в настольные игры, где-то 3 минуты, 6, 9. Он кормит птичку, различает 4 цвета и стал играть на детской гитаре, дергать их за струны. То есть он все делает осознанно. Где-то один раз в день самостоятельно ходит в туалет. Ну, пока я его туда вожу. Делает постройки из кубиков. Может поднять по инструкции красный кубик, желтый, зеленый. Рисует. Очень, кстати, долго рисует. По минут 15-20 фломастеры, карандаши, ручки. Очень любит краски, смешивает цвета. Можно 20-30 минут к ребенку не подходить. Очень часто слушаем музыку, которую дал Давид, каждый день. А, еще смешно стал бегать за своей тенью. Ребенок у меня не говорящий, но в последние дни я заметила, что он произносит слова на шипящую букву, на «С». Как будто «сесть», говорит «счастье», «сяся», как будто «Саша». Проскакивают слова, и он каждый день веселый, радостный, подпрыгивает, бегает. И я скажу вам одну вещь такую, что когда у тебя ребенок уже начинает делать какие-то первые шаги, мама становится счастливее. Поэтому счастливая мама, здоровый малыш, наверное, прежде всего. Еще я хочу рассказать о себе. У меня появилось больше энергии в организме после этих сеансов. Я стала вдруг сажать цветы, нарисовала какую-то птицу, стала бегать в огород постоянно пропалывать. Появилось больше энергии и желаний. Такое ощущение, что тело внутри поет. Какая-то произошла сонастройка. Я вас благодарю, Давид, и вашу, наверное, всю эту еврейскую медицину. Вы делаете большие шаги и большие нам приносите большое счастье, наверное, мамам таких деток. Всем удачи, до свидания. Спасибо.